Ну что же, бежим далее. Далее. Мы нашли брата Уивера, и она его такая... Они нас не заметили. Ей-богу, если бы я обладал таким ниндзюцу, как вы, нет, мне тоже не замечание. Ты прям из воздуха просто появились. Так. Думаем, что вытворяем. Это вот, да. Заминируйте сектор. Да. Мина поставлена. Так. Тебя мы поднимаем. Тебе мы помогаем. Станьте невидимым. Глот, пошел! Довожу на цель. Тут нужна ваша помощь. Контакт! Вижу их! Агент Уивер на точке. Выдвигайтесь. Вы ее слышали. Ангел хранитель со снайперами? Блять. Мне нужна помощь. Я поставлю вас на ноги. Нужна не помощь. Ты... Держитесь там. А ты начни. Шуганите их. Шугани и мину там поставь. Ставь здесь мину. Избавляем темп! Попробуем еще раз. Запускаю дрон! Анджела, снимите его! Вверх! Спасибо, агент Уивер. Да. Так, чё у него там? Агент невидимый. Отвлечь принято с помощью... Давай вот это. Это лучше, чем какая-то невидимость. Моя работа. Мало им было превратить людей в лунатиков. О, господи, что с ними делают? Нас не просто. Автоматическое заряжение. Так. Жест прицели, нанося еще больше урона. Нажмите, чтобы прокачать режим прицели. Сделать рабами. Нас хотели превратить в чужих. Вот черт. Выходит, мы дрались с бывшими. И не думайте, что мы отсюда никогда не выберемся. Спасибо, агент Уивер. Это моя работа. Ты заебала. Так, теперь у меня есть снайперка, да? Как-то интересно. Как нам сюда, что там? Да, не густо, конечно, с патронами тут. Это и снайперки. Ну да ладно. И
Вас подождать, Анжела? Пора заканчивать. Я вас прикрою. Давай. Отвлеките их! Сейчас отвлеку! Так. Нужно отключить этот щит! А вот и глот! Вторых, да. Третьих. Тут нужна ваша помощь. Четвертых. Выбейте их! Зачищаю зону! Пятых. Минируйте это место! И еще. Размещаю дрон! Мина заложена! Похоже, питание это построено из этих трех Мне сложно, блядь, на ней целиться, пиздос просто. Алле-оп! Ломите ему! Так, на всякий закладывайте случай. Мину! Мина установлена! Стреляю! Сосредоточьтесь на этом! Этот мой! Анжела, снимите его! Они давят, что будем делать? Картер, отключите щит! Рубильники внутри бункера! Есть. Ваше время на исходе. Двигай! Уже двигаюсь! Ко мне! Возвращаюсь к вам! Моя смерть ничего не изменит. Уильям Картер. Блять. Давайте глота! Минируйте это место! Жугоните их! Тут нужна ваша помощь. Они бронированные! Мина заложена! Вверх и в сторону! Наш дрон пошел! Оттяните их туда! Пусть побегают! Прикончите его! Может и нет, но мне будет приятно. Снимите его! Присоединиться к тебе? Я не стану твоим рабом.
Каждый из нас слышит его. Ты сейчас там, признаешь ты это или нет. В конце так. концов, ты носитель. Носитель? Что это значит? Встань на нашу сторону. Я на точке, атакую! Управлять своей силой. Исток может многому тебя научить. Сип! Кепа! Сип! Сюджи! Есть! Тут нужна ваша помощь. Сад, ко мне! Я возвращаюсь к вам! Вот и я! А вот и они! Так, опять, да, началось? Глот! Разгоните их оттуда! Зачищаю зону! Закладывайте мину! Вот зачем ты сюда, блядь, бежишь, баран такой? Укрыться! Вас понял, начинай! Мина установлена! Отвлеките их, быстрей! Ломите ему! Запускаю дрон! Анжела, снимите его! Алле-оп! Тут нужна ваша помощь. Они наступают! Анжела, снимите его! Ставь здесь мину. Мина заложена! Вверх и в сторону! Опять здесь! Я за командиром! Я с вами! Есть! Так, а я не могу. Как я могу тут? Сейчас будет лучше. Так, короче. Давайте глота. Тут нужна ваша помощь. Размещаю дрон. Закладывайте мину! Мина установлена! Оттяните их туда! Прикончите его! Это их отвлечет! Давайте! Не бойтесь! Мы хотим помочь вам! Командир, вы в порядке? Анжела, снимите его!
Все усилия напрасны. Надеюсь, все не зря. Анджела, мы нашли все, что надо. Это не проигрыш. Понятно? И все это точно не напрасно. Так. По прибытию опергруппа вошла в контакт с агентом Анжел Уивер, которая самовольно оставила базу и не подчинилась прямому приказу. Именно агент Уивер установила, что база противника, находившаяся рядом с местным проведением операции, служит лабораторией, где разрабатывался вирус лунатизма. Представитель вражеского высшего командования, известный под кодовым именем Фюрер, был успешно обнаружен, допрошен и уничтожен. Вопрос о дисциплинарном наказании агентуры будет рассмотрен с учетом ее выдающихся заслуг в оперативной работе и в получении ценных разведданных. Агент Уивер перенесла тяжелую психологическую травму из-за того, что уничтожила собственного брата, зараженного лунатизмом. Тем не менее, доктор Дрезнер считает ее годной к дальнейшей службе. Ой, да она же ебанутая. Картер, мы проанализировали данные с базы чужих. Результаты пугают. Учитывая количество токсина и структуру водоснабжения страны, следует ожидать, что если их не остановить, 2/3 населения заболеет в течение нескольких недель. Я умею считать. А пока десятки, может, сотни тысяч уже заражены или скоро заболеют. Нам все труднее держать вторжение чужих в секрете. Нельзя, чтобы паника охватила всю страну. Нужно что-то делать и быстро. Посмотрим. Так. Что нам дал фюрер? Так. Уивер, да, с ней поговорить. Личный состав. Новое снаряжение. Так. Снайперка, во-первых. Нахуй снайперку. Во-вторых. Во-вторых, у меня будет типа дробач. Клейкая граната. Ладно, клейка. Так. Танец, ближе бонус, не даст больше. Увеличить радиус всех умений на 50. На 40% увеличит урон, наносимый врагам. С уроном здоровья уже 33. Так, это мне не годится. Всех умений на 37. Точность выстрелов на 30. Не пожалуйста. Вещи топь. Так. Отъяснение, носимое оружие, урон на 80 урон. Поднять противника на 8. Цена крещения бойца на половину потерявшего спасаться. Ладно, хранить стража. Здесь я уже у троих, да, помню.
О, снайперка, да? Навыки. Кофетон. Давай соединим кофетон. Команда создает щит от любых атак противника. Это пригодится для защиты раненого или снаряжения. Так. Сразу. Здоровье. Снаряжение что-то. Готовка. Да. Снайперку давай бери. Ранить стрелка. Давай так. Санитарные навыки. Агент поддержки на время выводит из строя вражеские щиты. Это помогает в бою против гвардейских войск и командиров. Так. Что там дальше? Снаряжение. Что Россия? Навыки, да что у нас на ракетную тарель? Ракетную, конечно. Инженер обеспечивает тяжелое вооружение, размещая автоматическую ракетную установку для стрельбы на дальней и средней дистанции. Ага. Санитарные умения. Еще один инженер. Трэн.
Инженер устанавливает надежный пулемет, который автоматически открывает огонь по врагам, оказавшимся на близкой и средней дистанции. Ну, здорово, херня. Так, теперь же, кого мне с собой взять? Убрать из отряда. Убрать из отряда. Теперь, давай отсюда. Добавляем этого и инженер. У этого там были ракетницы. Да, вот и выбрали. Битнера. Вот так. Операция. Пожалуй, мне известно происходить. Уряд на них виновный агент чужих. Скатиться назад по рынке стрельни. Зарывают кабинетные города. Подорвать их образованным способом. Теперь же чужие переходят наступлением. Это означает, что у нас остается все меньше времени. Десять, да, нам надо? Значит так. Берем агента Сю. Берем агента Дорен. И берем агента Петр. Начинаем. Они не на побережье Мексиканского залива, возможно, связаны с деятельностью чужих в этом регионе, однако более точно сведения наша разведка пока не располагается. Особенно тяжело прослал новый Орелян. В нем необычайно высока доля зараженных лантизмом. Многие бегут из города. По сообщениям, рыбаки в районе ходят слухи о чудовищах, рыскающих болото. Здорово вообще. Тут что у нас? Наши агенты подтверждают сведения, что с Кубы был нанесен ракетный удар. Было это диверсия чужих. Или Куба пыталась сопротивляться. Войскам вторжения неизвестно. Выпущена ракета упала в Тихий океан. Произошел ли взрыв и каковы его последствия, неизвестно. Однако разведка предупреждает, что удар может быть не последним. Так, и вот XCOM потерял связь с военным конвоем, который привозил пленного пришельца. Верните пленника живым или мертвым. Это высокопоставленный офицер чужих. Так. Сейчас играю. А я взял всех типа с охеревшим уровнем. Здесь все разгромлено, Барнс. Вы уверены, что нам сюда? Координаты передали с транспорта по закрытым каналам. Черт, похоже, нас будет встречать не только армия. Так, ставишь сюда, значит, мину. Сюда ставишь ракетную установку. Я сюда дрона. Ты можешь ебануть? Я сказал, можешь ебануть.
авиаудар. И подстрелил вот этого. Смотри, он убегает еще. Их там прям толпучка собралась. Отвлеките их! Сейчас отвлеку их! Красота! Спрячьтесь вон там! Двигались! Глот! Минируйте это место. Поднимаю! Мины установлены! Так. Ко мне. За командиром. Значит так. Ты. Стреляй вот в эту. Я. Так, наконец-то. Все, что сейчас надо. Ставь здесь мину. Мина заложена. И турель. Ставь ракетную турель. Вот сюда. Алле-оп. Ракеты готовы. Да что? Оттяните их туда. Это их отвлечет. Запускаю дрон. Этот готов. Ага. Не получилось! Они давят! Что будем делать? Эти твари в броне! Так. Сейчас. Думаю. Их оттуда так просто не выбьешь. Думаем. Минируйте это место. Мина установлена. Мина. Ракетную турель туда. Турель. Глот в деле. Глот. Вверх. Подъем. Дайте артиллерию. Ракетная турель готова к бою. Прикончите его. Огневая поддержка. Воду.
Бля, что за хуйня? Так, лежи! Так. Надо их отвлечь. Сейчас отвлеку их. Ставь здесь мину. Мина заложена. Шуганите их! Пусть побегают! Ходу, граната! Так, есть, все. Ломите ему! Алле-оп! Все? Тревога! Встреча, это ловушка! Мы окружены! Похоже, этот пленник чертовски крупная шишка. Ученые тоже так считают. Он им нужен живым для изучения. Вперед, через бункер. Так, у меня же патроны. Хер вы, блядь, патроны. Как мне эту решетку открыть? На 15% увеличить урон, наносимый противником без щитов. То есть, по сути, я нахожусь то же самое, только вот эти там проценты, короче, по 5% плюс, это вообще здорово. И говно какое-то. То есть, разнообразия особо-то нет никакого. То есть, их порыв как до хрена. Там наши люди! С сектоходом они не справятся! Тогда уравняем шансы. Вперед! Так. Вверх! Минируйте это место! Мина установлена! Ставь ракетную турель! Прикончите его! Размещаю дрон! Блять, там второй. Окей. А вот и Глок! Отвлеките их! Это их отвлечет! Блять, да вы чё? Ставь здесь мину. Мина заложена. Бомбардировка, быстро! Вызываю артиллерию! Твари в броне!
Выбейте их! Зачищаю зону! Бегай! Ломите ему! Наложусь на Б! Все чисто! Фу. Объект перевозили в вагоне. Значит, нам туда. Че, вы живы, идиоты? Этот вагон? Он сбежал. Агент XCOM, скажи запускаю мне, дрон! Где ваша база? Ракетную турель туда! Ракетная турель готова к бою! Глот! Прикончите его! Сбейте его! Бью по вашей цели! Стреляю! За ним! Идем! Этот урод, Муджин, не должен связаться с Мозаикой. Муд, что? Это имя ублюдка, которого мы ловим. Я бы назвал его иначе. Как странно, конечно, он убежит. Потому что нам приходится каким-то этим. Вазить уже. О, блядь. Нехорошие дела здесь творились. Люди способны на ужасные поступки, когда испуганы. Да, и когда голодны. Смотрите, их командир. Вижу его. Эй, стоять, урод! Разворачивает машины. Ублюдок раздвоился. Убейте обоих. Контакт! У них щиты! Блять. Это же вот не настоящий. Блять, не настоящий же. Давайте глота! Вот и дрон-помощник! Ломите ему! Закладывайте мину! Поднимаю! Приказал доставить. Так, последний, да, у него. Со щитом. Давай. Пленного же выкса. Но он же теперь не пленный. И никогда им не был. Господи, в генштабе сидел телепат. Да он теперь знает все. Именно.
Плевать, что приказал Фолк. Мы найдем эту тварь и прикончим. Муджин. Мудак. Здесь вообще припасы, блядь, бывают, нет? Я типа фермы, поэтому здесь нет таких припасов. Враг атакует! Вон их командир! Так, что тут у нас? Глот! Сейчас будет дрон-помощник! Алле-оп! Ломите ему! Ёбаный ты в рот. Отвлеките их, быстрей! Сейчас отвлеку их! Ставь ракетную турель! Ложись! Ракеты готовы! Уже двигаюсь! Занимаю позицию! Мне нужен медик! Они давят! Что будем делать? Сейчас будет лучше! Прикончите его! Минируйте это место! Закончить его! Понял! Навожусь на цель! Это твоя цель! Сейчас уберу его! Все толпой быстро накинулись, раз, два. Проводили какую-то операцию. Я.
ходу. Да. О-о-о-о-о-о-о. Жду приказов. Ломите ему. Поднимаю. Огонь из щиты. Это последний. Барнс, живого груза не будет. Он сбежал? Не совсем. Поехали домой. Он, наверное, такой, черт. Чет. О, нет. Не будет живого груза. Картер. Ублюдок. Мерзавец. Разрушительное оружие, которое медленно разгоняется, но зато обладает исключительной скорострельностью. Типа я не помню. О, типа пулемета. Замечательно. Мне такая штука пригодится. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, пленный под кодовым названием Муджин оказался вражеским гетом-телепатом. А в ходе побега он сумел вызвать у нашего бойца местоположение секретной базы. Опергруппа была вынуждена уничтожить Муджина для обеспечения национальной безопасности. Муджин. А, все много я один, лучше люди. Там очевидки, а хоть знаю, что за очевидки. Суивер. Сейчас там навык. Подойдет как тенью всего. Вот, на 35. А стилистика щит этого агента отражает все. Так, а снаряжение? Этих так всяких много.
Эта атака — уникальный шанс. Но на возвращение я бы не надеялся. Нанести удар по самому гнезду чужих будет непросто. На вашем месте я бы заранее уладил все дела. Крат, информация фюрера вам что-нибудь дала? Даже не сомневайтесь. Только, ну, мы пока не знаем, какой от нее будет толк. Конечно, от нее будет толк. Не зря же мы ее добывали. Мы многое узнали об их тыловом обеспечении. Где станции чужих, как они планируют наступление и все такое. На войне это очень пригодится. Да, но тут же такое дело. Мы заранее знаем, какие города эвакуировать, но в бою против чужих мы не выстоим, даже если устроим засаду. Ерунда. Я же убиваю их. Почему другие не могут? Да, но вы — это вы. У вас лучшее оружие за всю историю человечества. Группа отлично подготовленных агентов и эта штуковина на руке. У нас не так много агентов XCOM, а у чужих целая планета солдат. И что нам тогда делать? Просто сдаться? Нет, конечно нет. Просто у нас действительно есть только один шанс их победить. Уничтожить Исток и Мозаику. Да. И я не знаю никого, кто справится с этим лучше вас. Простите. Не прощу. Как повлияло на чужих потери фюрера? Он руководил вторжением, и это наверняка нарушило их план. Мы думали, будет как в армии, оставшейся без генерала. Но мы зря надеялись. Они по-прежнему получают приказы через мозаику от Истока. Он будет следующим. Да. Убейте Истока, отключите мозаику, и чужие будут полностью отрезаны. А у нас внезапно появится преимущество. Если все удастся. На вас вся надежда. Удачи. Мы что-нибудь знаем о планете пришельцев, об их системе обороны? Мы вполне уверены, что ядро мозаики находится рядом с их планетой. И, судя по всему, Исток должен быть где-то неподалеку. По данным, полученным от фюрера, там стоят автоматические системы безопасности, охраны, похоже, нет. И Мститель сможет преодолеть большую часть этих систем. Именно. Жаль, нет времени изучить их мир. Я бы многое отдал, чтобы взглянуть на него. Я мог бы устроить вас на Мститель. О, не нужно. Я готов отдать многое, но рисковать жизнью нет, спасибо. Что вы думаете о наших шансах? Ваших шансах против Истока или шансах всего человечества? Одно зависит от другого, нет? В каком-то смысле, да. Так что вы скажете о шансах? Лучше вам не знать. Ставки такие, что, скажем, если вы вернетесь, я разбогатею. Надеюсь, я вам помогу. Похоже, мне пора. Если вернусь, может, привезу вам сувенир. Вы, главное, с мозаикой разберитесь. О большем я и не прошу. Так. Что-то мне говорит, что это прям вот последние стадии, что ли. Так, ну я сейчас побегаю. Усилена безопасность. Приказ директора для защиты. Поговорю. Цель операции неизвестна. Говорят, тебя выбрали в экипаж Мстителя. Вот же Мститель. Ну что, теперь можно прокатиться в иные миры? Не, кататься будете вы, а я буду летать, как полагается. Корабль готов к полету? Я беспокоюсь только о вас и о команде. Эта красотка готова, если вы мне поможете с последней проблемкой. У вас здесь целая армия инженеров и механиков. Зачем вам нужен я? В целом все в порядке, но есть утечка в топливной системе. И вот беда, мы никак не найдем, где же подтекает. Может, мне для начала надеть защитный костюм? Не надо, сейчас-то опасности нет. Но в полете из-за таких утечек может произойти взрыв. Если это добавит нам шансов, то я только за. Только как я вам помогу? Просканируйте Мститель этой штукой у вас на руке. Вы наверняка что-то найдете. Покажите нам утечки, а дальше дело техники. Это все? Без проблем, Барнс. Так, там двери закрыты.
Я нашел одну микротечь. Подтекает здесь. Хорошо. Теперь дойдите по трубе до вентиля и перекройте его. Похоже, эта труба цела. Откройте вентиль и поищите еще. Подача топлива замедлилась. Откройте этот вентиль и ищите дальше. Я же не могу там, да, больше никто? А, не, могу. Сообщение очевидцев. Мы перехватываем на коротких волнах сообщение от людей, которые, вероятно, заметили Мститель. Это вполне кажется совершенно безобидным. Я считаю, если какой-нибудь выживший заметит нашу красавицу, ничего страшного не случится. Так, да? Теперь все? Да, остались последние штришки. Если хотите знать, вы помогли найти изъян в проекте. Изъян? Что еще за изъян? Совсем небольшой. Но инженеры говорят, что теперь смогут выжать из двигателя на пару процентов больше. У нас нет времени на переналадку. Конечно нет. Но они хотят испытать пару новых схем. Пригодится, когда будем строить флот таких малышек. Надеюсь, до этого не дойдет. Сколько человек может взять Мститель? Кто летит с нами? Эта крошка увезет небольшую армию. Но половину ее составят пилоты, инженеры и ученые. Я не собираюсь задерживаться там дольше, чем нужно. И не стану отбиваться от толп мутонов, пока ученые будут ловить бабочек. Не волнуйтесь, Картер. Все знают, что главное выбраться оттуда живыми. Ты что, нас боишься? Думаешь, мы запачкаем твою новую игрушку? Это вы можете. Вас же не готовили к суровым перегрузкам. Так вот, с чем будут проблемы. Я вам так скажу. Если заблюем там все полы, не выпускайте из рук бумажный пакет. Пожалуйста.
Ну что, на борт? Главное, пристегнитесь, а там я разберусь. Ну что, на борт? Так. С этим я поболтал. Сейчас просто побегать, пообщаться с людьми. Надо соблюдать крайне У вас тут беспорядок. Что происходит? Герр Фольк поручил моим людям разработать особый модуль для Мстителя. У меня почти нет времени на наше открытие. Особый модуль? Я не люблю сюрпризов, док. Не беспокойтесь. Это просто небольшая предосторожность. Но в процессе работы мы сделали удивительное открытие. Не виляйте, док. Особый модуль, предосторожность. Над чем вы работаете? Боюсь, что не смогу сказать, Уильям. Приказ Герра Фолка. Но послушайте, я думаю, мы нашли лекарство от лунатизма. Думаете, что нашли лекарство для лунатиков? Среди прочего, доктор Уир занимается разрушением связи с мозаикой. Вместе с доктором Харой они научились отчасти снимать негативное воздействие инфекции. Какое-то лекарство лучше, чем ничего. Вам нужна моя помощь? Да, доктор Хара просил вас присутствовать при первом испытании на людях. Меня? Я же не врач. Мне неизвестны его соображения, но я бы ему доверился. Если у вас есть время, конечно. Ради лекарства время найдется. Вундербар. Он в лаборатории готовится. А когда закончите, будьте любезны, расскажите, что получилось. Вы сказали, что улучшаете Мститель. Чем вас не устраивает наша летающая тарелка? Простите, но в этом проекте директор Полк требует полной секретности. Отдельные научные группы не знают, как будут использоваться их разработки. Не нравится мне все это. Я прекрасно вас понимаю. Но Полк уже видел, как просочились сведения о Мстителе. Он не хочет, чтобы история повторилась. Пожалуй, в чем-то он прав. У нас обоих много дел. Безусловно. Через пару часов мы определим будущее человечества. Так или иначе. У нас... Безусловно. Так или... Лирия, поистине нектар богов. Если мы сумеем изготовить эту бомбу, человечество сделает огромный шаг вперед.
Да, он исчез. Офицер, шпион под охраной, все в порядке? С тех пор, как вы убили фюрера, он просто душка. Не знаю, что на него нашло. В любом случае, все в порядке. Странно, но лучше уж так. Все равно, осторожно. Конечно, сэр. Мой девиз – бдительность. Ну, ладно. У вас-то как дела? О, с этим немного сложнее. Перед самым запуском мы не можем рисковать. Если есть проблемы, я должен о них знать. Хрущ. Вся служба безопасности работает в особом режиме. Нас еще не обнаружили, но мы готовимся. В случае чего встретим их, как полагается. Рад слышать. Надеюсь, что до этого не дойдет. В таких вопросах опасно быть оптимистом, сэр. Не нравится мне это спокойствие. Может, он что-то задумал? Вряд ли. Он ни с кем не разговаривает, почти ничего не ест. И он все еще отключен от мозаики. Может, он заболел или черт его знает. Он как узнал о гибели фюрера, с тех пор как будто чего-то ждет. Интересно, что с ним будет, если вырубить мозаику. Когда, сэр? Не если. Я верю в вас. Я слышал о ваших семейных проблемах. Есть новости? О, Перси эвакуировал моих родителей и мою девушку. Я рад, что смог поговорить с ней, пока болезнь не зашла слишком далеко. Я знаю, как это трудно, но не волнуйтесь, она в хороших руках. О, я знаю. Просто, ну, с ней были мои родители. И они пили ту же воду, что и она. О. Мы не знаем, сколько им еще осталось. Может, они даже не заразились, но они хотя бы здесь. Ну, на этой ноте... Конечно, сэр. Давай. Идите и закончите эту войну. Ради всех нас. Уильям Картер, это ты? Ты странно выглядишь. Я не знаю. У меня были видения. Фюрер. Исток. Мой народ. То есть сны? Наверное, так это называется. Они стали гораздо ярче, когда меня отключили от мозаики. Ты говорил о снах. Что тебе снится? Мой народ наступает, как океанский прилив. Разливается по вашей планете и строит. Строит повсюду. Это план вашей компании? Их не остановить. Они нескончаемая масса. И над всеми ними стоит исток. Он ликует. Он превращает вашу планету в скорлупу, как мы сделали со своей. Этого не случится. Я об этом позабочусь. Я знаю, ты хочешь уничтожить мозаику и освободить нас от истока. Но, боюсь, этого недостаточно. Хоть какой-то прогресс. Не все сразу. Как с тобой обращаются? Некоторые ученые любопытные и жестокие. Охранник Ричард Роуз пытается защищать меня. Я ценю это, но это оскорбляет меня как воина. Ясно. Нам нужны твои идеи, если мы хотим спасти человечество и убедить его, что вы несчастный беженец. Я помогу вам, чем только смогу. Что нас ждет на твоей планете? Зачем тебе это знать? Пришло время драться на их территории. Это большая глупость, Уильям Картер. Даже самые удаленные части нашей планеты защищены. Мы готовы к этому. Просто скажи, что нас ждет. Я дам. Ясно. А, блядь. Уильям Картер, там вас ждет бой. Отдыхай.
Тебе это нужно. Я спасибо. Вот этой болтовни уже засыпаю. Но видение вашей планеты. Может быть, если ты остановишь Истока. Отдых, спать. Генрих все-таки прислал вас. Ну, приступим. Чем я вам помогу? Вы здесь врачи, а не я. Мы боремся с инфекцией с помощью медицины, технологии и психологии. Вы здесь ради последнего. Так что мне делать-то? Я же не хирург. Сестра Кэмпбелл выполнит все необходимые процедуры и поможет вам. А вы просто побудьте здесь и поговорите с ним, когда он начнет приходить в себя. А что говорить? Представьте, что вы будете спящего ребенка. Он заперт в мире снов, и вы должны вывести его оттуда, убедить проснуться. Может, ему просто шлепка дать? На меня в детстве это всегда действовало. Нет, нет, нет. Не стоит применять насилие и угрозы. Будьте мягче, постарайтесь вытащить его. Знаете, док, я не слишком-то мягкий. Наслышан. Но из-за агрессии он может снова соскользнуть в мир снов. Видимо, мозаика выстроила в его голове весьма комфортную тюрьму. Кажется, я понимаю, почему лунатики не хотят возвращаться в наш мир. Это как сломать зависимость. Вы должны помочь им, но действовать жестко. Жестко, но не жестоко, иначе их не вытащить. И мягко, и жестко, но не слишком. Ясно. А что, если это не сработает? Физически он не пострадает. Но с каждой неудачей он будет уходить все глубже и глубже. Значит, сделаем все с первого раза. Попробуем. Я рад, что есть лекарство, но не понимаю, зачем я вам нужен. Эта инфекция поставила нас в тупик. Даже когда мы смогли устранить все симптомы, пациент не реагировал на внешние стимулы. У нас есть теория, что для выздоровления нужен психологический контакт с пациентом. Психологический контакт? Как это? Чтобы вернуть больного, нам нужен кто-то, с кем больной был знаком. Мы знаем, что наш подопытный Нико да Силва работал... Вы ставите опыты на да Силве? Да. Он болен лунатизмом, но он все еще агент XCOM. И я уверен, что он согласился бы со мной, если бы мог говорить. Если это вернет да Силову, я с вами. Приступим. Если вы правы, все будет просто. Если бы все было просто, мы бы давно всех вылечили. Не двигайтесь. Похоже, мое время пришло. Нет, только не сегодня. Он готов. Поговорите с ним. И как, дружище? Прощай, Карта. Давай, да Силва, пора просыпаться. Оставь меня. Пульс участился. Вы пробиваетесь к нему. Продолжайте. Давай, да Силва, пора вставать. Нет. Войне. Так. Давай, да Силва. Ты же не хочешь проспать звездный час человечества? Да. Да. Нужно вставать. Продолжайте. Еще чуть-чуть. Верно. Надо просыпаться, да Силва. Должен встать. Да. Так. Проснись, и ты станешь героем. Ты должен проснуться. Не знаю, может это... Сейчас нельзя сдаваться. Картер, мне снился жуткий кошмар. Получилось, Картер. Он проснулся.
Что случилось? Мы вам все расскажем, но сначала вас надо подлечить. Картер, я снова у тебя в долгу. Вам лучше молчать. Вы очень ослабли. Надо рассказать это Генриху. Отлично, Картер. Именно вас нам и не хватало. Неплохо. Впереди долгий путь, но вы доказали, что лунатиков можно вылечить. Поздравьте от меня Генриха. Он слишком настойчив. Уильям, получилось? Рассказывайте. Это было трудно и долго, но все получилось. Ты пиздец, как долго, но это нудно было, а не трудно. Значит, скоро мы придумаем решение и для вас. Очень надеюсь. Не хочу мило общаться с каждым лунатиком в мире. Меня удивляет, что вы мило пообщались хотя бы с одним. Ну, за работу. Чего? Автоулыбание? Ух ты. Ну, мне задание я люблю. Эй, Картер, вы и вправду летите на Мстители? Значит, дела там совсем плохи. Ага. Не расслабляйтесь, агент. Война идет. Эй, эй, агент Картер, отлично выглядите. Я бы предложил вам сигару, да все кончились. Вся база ждет конца света, а вы сияете, как лампочка. К чему бы это? А почему нет? Меня назначили старшим группы. Поздравляю. Нам нужно больше групп. Любая мелочь сгодится. Рано злобствуете, Картер. Может, в следующий раз героем стану я. Надеюсь, ваша группа также довольна вашим назначением. Группа-то скверная. Вечно лезут куда не надо. И кому я так насолил, что мне приписали этого мелкого? Может, проблема не в них? Вы правы. Дело в снаряжении. Старина Уэб выдает нам всякое барахло. Завидуют нам, наверное? Да, в этом все дело. Конечно. Фюрера остановили не ради славы, а чтобы спасти мир. Неплохо. Репетируйте речь к церемонии награждения. Слушайте, если мы не займемся войной, медалей не будет. И некому будет их раздавать. И поэтому вы вызвались на задание, которое спасет Землю. Мы все работаем ради одной цели. Не обижайтесь, когда мне поручают важные задания. Работы хватит на всех. Ну, конечно. Добывать припасы, эвакуировать штатских. Нахапать барахла и смыться. Какой тут подвиг? Вы можете спасти много жизней, агент. Ладно, мне нужно готовиться к важному заданию. Да, да, язвите больше. Такая жопа ты как. Ладно. Да. Че за негатив ты такой резкий? Значит, я залег и только поглядываю, что творится, когда затихает. Гляжу, а мелкий на той стороне. И я такой ему ору, руками машу, чтобы он обратил внимание. На что? Вот и я думаю, на что. А потом смотрю, опа, я сижу за бочкой, а там ведь бензин. Ха-ха, такую ошибку дважды не совершаю. Это точно. Но беда-то в чем? Меня туда Перси послал. Если бы не Сантьяго, я в живым оттуда не вышел. Как так? Я прикрыл его щитом. И как раз вовремя. Напомни мне купить виски нашим лабораторным крысам за щит. Да, в мое время такие щиты нам бы пригодились. Я вот не понял, в чем шутка. Они посрать ходили? А тот сразу курил за бочками, где бензин, и хотел... И чуть не подорвался? Я не понял. Знаю, что наши источники воды не заходили. Я такой шутки там рассказывал. Все-таки думаю, что должен быть способ их остановить. Чего ты хочешь? Мы так. Их слишком много, чтобы перебить их одного за другим.
Партизанская война. Ничего не получилось. Усиление заражено. Ты что-то пытался с ними поговорить? Городок возле Атамки пытался. Выживших нет. Значит, у нас есть только один шанс. Знаю, знаю. Харрис. Синглер. Этот, ну вот этот, все, 13. Раз быстрые зарядки снижают. Время перезарядки для всех минимум 20. Начинайте операцию. Еще одна, еще у нас. Пробной ранец на 15% увеличивает урон на 7 штампов. Санта Крузская форма. Огненный смерч. В потоке данных разведки ЦО обнаружил, что чужие начали строить большую башню. Охраны там пока мало. И у нас есть немного времени, пока ее можно захватить силами небольшой группы. И таким образом получить географический доступ к узлу связи мозаики. Проверьте данные. И соберите все возможные разведданные. Так, ну и на этом, пожалуй, я закончу. Потому что уже не знаю, сколько сижу. Долго, наверное, долго. Джефферсон, Гроу. В данных разведки говорилось о пожарище? Да, но Фолк уверял, что огонь далеко от зоны операции. Вы ужасно доверчивый. Да все равно. Пожар там или нет, мы должны найти шпиль мозаики и отравить его. Окей, давай.